Her bir informasiya kanalı da dönüşmüş 30 sekundidir. Военный информационный канал ДАДО-79 представляет. В армянском обществе, которое только-только приходит в себя от чудовищного потока лжи, который обрушили на него в дни Второй Карабахской войны, сказочники-проходимцы вроде Арцруна Аванесяна, Семена Пегова, Шушана Степаняна и прочих, требуют показать им Джалала Арутюняна. Живого или мертвого? Напомним, что в ночь на 27 октября 2020 года был тяжело ранен командующий армянским оккупационным контингентом в Карабахе Джалал Арутюнян. Его в спешном порядке заменил генерал Микаэл Арзуманян. Сразу же после этого поползли слухи о том, что Арутюнян скончался от полученных ранений. Однако армянская пропагандистская машина продолжала всем врать. Она сообщала о том, что Арутюнян хотя и ранен тяжело, но все же жив. Потом сообщала, что он пошел на поправку. А затем и вовсе был выписан домой. Правда, как говорится, явление Арутюняна народу так и не состоялось, несмотря на то, что прошло уже достаточно времени. И вот сегодня армянские блогеры, сайты и телеграм-каналы, специализирующиеся на военной тематике, вновь подняли вопрос: где Арутюнян? Если он жив, покажите, в каком бы обезображенном виде он не был. Если же мертв, признайте. 27 октября Джалал Арутюнян получил серьезное ранение. Позже начали поступать сообщения, что Джалал проходит лечение и уже поправляется. Но прошло уже достаточно времени, чтобы общественность узнала о его самочувствии, увидела его фотографию, а еще лучше, если это будет видео. Мы хотим знать правду. Что случилось? Хотим услышать его. Мы не верим ни единому слову Арайка Арутюняна и его команды, пишут они. Эти игры вокруг Джалала Арутюняна непонятны. Может быть, он попал в плен во время войны? Тогда признайтесь. Если же он убит, тоже признайте. Вообще его смерть превратилась в великую тайну. Зачем это Арайку и Николу? Признайте уже его гибель и похороните несчастного. Вернее, то, что от него осталось. Написали некоторые армянские телеграм-каналы. Напомним, что еще 2 ноября депутат Нацсобрания Армении от партии «Процветающая Армения» Геворг Петросян сообщил, что по его данным, Джалал Арутюнян был убит. Bu kadar. Kanalımıza abone olmağı və komentariya yazmağı unutmayın. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.